Всем привет! Эх же, вороночка как поет, а! Ну, мы сейчас около Альдермышского так называемого тракта у деревни Каймары. Вон она внизу в долине. Видна так называемая Кирилловская церковь. Вот. На взгорке с нами известный исследователь краевед Владимир Александрович Демидов. Привет, Володя. Всем большое здрасте. Большое краеведческое, скажем так. Горячий, да. Так, ну расскажи, дорогой, что за место такое замечательное? Тут видны, как говорится, овражки, взгорки, да, ландшафтик удивительный. На улице Ведра, самый конец июня, тучки даже, вон, капнуло две капли слегка. Ну, вот. Но не только в погоде дело, да, вот тут как бы место, скажи, место силы. У меня за спиной исторический объект, населенный пункт Каймары. О нем много говорили, но самое... насыщенная информация, это, пожалуй, со времен Никиты Кудрявцева, который был руководителем, вице-губернатором Адмиралтейской слободы. Он отвечал за лес дубовый, за корабельный лес. Ну, и Петр... Так что ж из него Петр советуешь первый, прочитать про Каймары? Петр Первый ему подарил в надел эту землю. Он здесь построил усаду. Усадьбу свою. Затем Нефет, сын его, устроил более благополучно, и потом породословный ряд имен: Энгельгард, другие имена. И вот что интересно, здесь был построен храм Кирилловский, он у меня за спиной, в честь пребывания Петра Первого в 1722 году. В 50-летие Петр Первый приезжал в Казань, а в Каймарах он не был, но Кудрявцевы построили храм в 1723 году, храм уже стоял, позже колокольня поднялась. Достаточно удивительное место, стоит на берегу речки Каймарки. Это вот там как раз, да? Каймарка протекает, очень глубокий ландшафт, балок много, родников много, бобровых плотин. Больше десятка насчитал. Сама речка длиной 17 километров. Показываю рукой, в том месте источник у нее и Алацкий тракт. Там идет вроде устойчивое повышение уровня грунта, да? Алацкий тракт — это как раз возвышенность Большого Хребтика, а по ту сторону начинается... Это вот это как раз Алацкий тракт, да, Альдермышский? Мы на нем стоим, да. Не, мы стоим вот на ответвлении, да? Ну ладно, тракт в смысле и там не одна линия. И там они секретки, как я продолжил. Угу. Вот этим и интересно. Мы находимся недалеко на перекрестке практически, в сторону Чернышевки, в ту сторону это Дубьязы, Альдермыш, Большие Ковали, потом еще ответвление. Вот примерно географическое расположение нашего места. Угу. А Каймарка, вот она, здесь в каком мы среднем течении находимся, в верхнем или в нижнем? Сколько еще ей течь до Казанки? В этом месте длина Каймарки достигает около 8 километров. То есть на середине мы примерно находимся? 17 километров, да, в Казанку попало, она, да, впадает на 17-километровой отметке, около Дачного, тоже фотографировал. Если уж продолжить гидрологию речки, то на речке находятся два пруда. Три года назад последний построили под Чернышевкой. Первый пруд находится в карстовых отложениях, ряд родников тоже. Это отсюда ниже все-таки все по течению, да, оба пруда? Конечно. Туда, в ту сторону. Купаться можно там? Да, пруды. Ну ладно, будем стремиться туда, а то жарко очень. Да. Ладно, ну пока.